За 8 месяцев текущего года трудовое законодательство нарушалось более 5000 раз, сообщают в областной прокуратуре. В течение 2014 года погашено 17 миллионов рублей. Это долги по зарплате. Полностью удалось закрыть задолженность перед сотрудниками предприятия «Ивановский бройлер». Специалисты прокуратуры отмечают, о проблемах на фабрике они узнали из средств массовой информации. Первоначально заявление к ним не поступало. Сотрудники надзорного органа призывают ивановцев не терпеть до последнего и при минимальной задолженности обращаться в прокуратуру. Работодатели региона задолжали сотрудникам 54 миллиона рублей. Вся задолженность принадлежит предприятию «Автокраны». Данная задолженность не превышает фонд оплаты труда «Автокрана». То есть, конечно, здесь, безусловно, есть нарушения, меры реагирования нами принимаются. Так, около 300 заявлений мы уже направили на сумму свыше 5 миллионов рублей, которые рассмотрены, проверены. Вот, решается вопрос привлечения организации к административной ответственности. И вот, ситуация на данном предприятии находится у нас на особом контроле, так как действительно задолженность большая.